Мне как жителя не волнует, кто вы сами между собой там договоритесь, сядете и договоритесь, да, кто за сколько, во сколько, в каком количестве и так далее вывозит. Мне как житель в первую очередь, что необходимо знать, как это отразится на моем тарифе, да, и чтобы это было чисто и вовремя. Все. Туда понесу, на набережную. Не должны были допустить. Но проедем, посмотрим.